В Актюбинской области стартовала уборочная кампания зерновых культур. В частности, пока небольшие сельхозформирования уже приступили к жатве в Хабдинском, Алгинском, Темирском районах. Кроме того, ведется уборка озимых культур. В целом урожайность в текущем году ожидается ниже прошлогодних показателей. Но, тем не менее, аграрии ведут активную подготовку к массовой уборочной страде. Уборочная страда – важнейший этап в деятельности аграриев, задействованных в сфере растениеводства. В текущем году общие посевные площади в Актюбинской области составили 733,5 тысячи гектаров. Безусловно, основную часть наделов отвели под зерновые культуры. Это свыше 436 тысяч гектаров. Кроме того, 57 тысяч гектаров засеяли масличными, 227,5 тысяч кормовыми. На площади более 6,5 тысяч гектаров посадили картофель, а овощи на площади в 6 тысяч гектаров. Алгаудана, Хобдаудана, Мартыгаудана. В целом уборочные работы активно стартовали в Алгинском, Хабдинском, Артукском, Темирском и Хромтауском районах. Идет сбор урожая озимых культур, состояние полей хорошее. Кроме того, в южных районах уже начали уборку яровых культур. Могу подчеркнуть, что средняя урожайность пока составляет 9,2 центнера с гектара. Техникой формирования обеспечены в достаточном объеме. Наличие 800 комбайнов, свыше 1500 тракторов. Кроме того, будет задействовано не менее 600 грузовых автомобилей. Важно подчеркнуть, что массовый сбор урожая в крупных агроформированиях стартует ориентировочно во второй декаде августа. Необходимо отметить, для проведения осенней страды завезено 14 тысяч тонн льготного дизельного топлива. 1 литр горючих смазочных материалов обойдется в 265 тенге за литр. Урожайность в этом году ожидается ниже прошлогодних показателей, подчеркивают специалисты. В этом году большое влияние оказали жаркая погода и отсутствие осадков. По сравнению с прошлым годом, когда дождей было много, урожай ожидается ниже. Если прошлую уборку урожайной средним составляла 14-15 центнеров с гектара, в этот раз ожидается 9-10 центнеров. Однако можно заверить население, что в Актюбинской области без хлеба не останется. Никаких проблем с обеспеченностью зерном точно не будет. Немаловажная задача – обеспеченность кормами. Эта работа также активно продолжается и серьезные результаты имеются. Всего на ближайшую зимовку планируется заготовить 1,5-годичный запас кормов. В частности, от аграриев требуется запастись сеном объемом свыше 2,5 миллионов тонн. На сегодняшний день уже заготовлено 1 миллион 900 тысяч тонн. Это составляет 70% от намеченного 1,5-годичного плана. И сенокос еще продолжается. Задействовано свыше 10 тысяч единиц сельскохозяйственной техники и агрегатов, а именно свыше 2,5 тысяч тракторов, 2 тысячи прицепов. Кроме того, имеется в наличии необходимое количество косилок, пресс-подборщиков и других агрегатов. К слову всего, по Актюбинской области в сфере растениеводства задействовано свыше 600 сельхозформирований. Николай Сырбов, Самат Каликенов, телеканал Актюбе.